Что? Что угодно! Быстрей! Рассечь воздух и взмахнуть! Вингардиум Левиоса! Я так не думаю. Он без сознания. Ой, ну и вонит него. Господи, вы оба сейчас объясните мне, в чем дело. Ну, то что. Это моя вина, профессор МакГонагал. Что? Мисс Грейнджер? Я пошла смотреть тролля. Я читала о них и думала, что справлюсь с ним. Но я ошиблась. Если бы Гарри и Рон не нашли меня, я была бы мертва. Даже если это так, это было безумием так поступать. Я рассчитывала, что вы будете вести себя разумно, и я очень разочарована в вас, мисс Грейнджер. Я отнимаю 5 очков у Гриффиндора. До крайней безрассудства. Что до вас, джентльмены, я надеюсь, вы отдаете отчет, как вам повезло. Немногие первокурсники могут вступить в схватку со взрослым горным троллем и одержать над ним победу. 5 очков присваиваются каждому из вас за потрясающее везение. Пожалуйста, уходите. Он может очнуться. Хе-хе.